Михаил Шейтельман с нами уже на прямой связи. Михаил, здравствуйте. Здравствуйте, Вадим. Здравствуйте, зрители. Да, рады вас видеть после небольшого перерыва. Как съездили? Все хорошо у вас? Да, слушайте, ну вы-то в Америке, вон уже как давно бывали, а я впервые в жизни, поэтому я был потрясен этой страной. Ну, я на самом деле, если честно, был потрясен городом Нью-Йорк, вот по большому счету. Все остальное красиво, хорошо, все здорово, а Нью-Йорк это что-то невероятное. Ну, то есть по Манхэттену погуляли? Не просто погулял, я там несколько дней вот жил на Манхэттене, как раз прямо в центре. И я прошел каждый квадратный сантиметр Манхэттена, если это возможно себе представить. Вот, вдоль, поперек, все. Ну, не только по Манхэттену, в Гарлеме пообедал, как видите, жив, все нормально. На Брайтон-Бич съездил, как положено, там, в музей миграции тоже. В общем, везде все, да, все хорошо. Как, кстати, на Брайтон-Бич? Потому что, когда я там в последний раз был, там было кафе «Татьяна», не знаю, осталось ли оно еще на набережной, не помните? Там есть какие-то, я названия не запомнил, но честно скажу, что грустновато. В смысле, я как-то ожидал большего. Вы знаете, в кино Брайтон-Бич гораздо круче. Кино, там музыка со всех сторон несется, какие-то люди, веселые толпы, а здесь все достаточно обыденно, так как я сам, как вы знаете, из Израиля. В Израиле в каждом городе есть такой Брайтон-Бич, просто реально в каждом. А есть целые города, которые каждый город, это вот прям все Брайтон-Бич. Вот. Так что не спутаешь. А что там с политической составляющей? Флаги Украины, флаги России? Приходилось ли с кем-то дискутировать на эту тему? Ну, если на Брайтон-Бич, честно скажу, не с кем было дискутировать, кроме продавцов творога, поэтому это не увлекло. Ни флагов России, флагов России точно нет, на Брайтон-Бич просто нет. Про Украину немного что-то есть, вообще на украинском достаточно надписей каких-то и так далее. Кстати, про Украину что-то по мелочи было, но по мелочи, честно скажу. Но вообще в Америке, вот я просто по дороге там был сначала в Дании, вот в Дании все в украинских флагах огромных, просто огромных, по центру Копенгагена ходишь, и ты понимаешь, что это вообще Украина практически, а не Дания. А в Америке я украинский флаг встретил один раз, просто один. Значит, и в Вашингтоне, прямо возле Капитолия, правда, стою переходить через дорогу, и вдруг сирены воют, такая прям вереница машин большая, настолько большая и убедительная, со всеми мотоциклистами, со всей этим самым. Я был уверен, что это Байдена везут, наконец-то увижу Байдена. И тут смотрю на первой машине украинский флаг. Оказалось, что это премьер-министр Украины Шмыгаль. Так мы с ним, значит, прямо возле Капитолия случайно и встретились. Вот. А больше там нет, потому что в Америке все очень прагматично, я понял. Им все вот эти украинские флаги... То есть в Европе есть символическая поддержка и практическая поддержка. Есть и такая, и такая. А в Америке она вся очень прагматичная, так как я там со многими беседую. Вот как раз в Вашингтоне-то я со многими разговариваю. Потому что в Нью-Йорке я отдыхал, честно скажу, эти там два дня. А в Вашингтоне я работал. Я общался со многими людьми. И, конечно, вот там, да, для всех Украина ужасно важна. И, причем такой, ну, вообще, несколько контекст для меня расширился нашей войны, потому что ее рассматривают как часть войны с Китаем, в том числе, что самое удивительное. То есть, казалось бы, да, причем здесь Китай? Нет, вот Украина часть войны, вот, в целом войны с Китаем, в целом, опять, не какой-то горячий и так далее. То есть нам их интересует, что, насколько, какие будут у Украины отношения с Китаем после войны? Вот мне вопрос задавали, понимаете? Это такой стандартный вопрос американских, ну скажем так, полисимейкеров, да, людей, которые определяют там политику. Вот как, по-вашему, какие будут отношения с Китаем после войны? То есть насколько китайцев впустят, насколько Китай будет участвовать в восстановлении Украины, в инфраструктуре, в том, ну, в чем угодно. В общем, много таких вопросов. Потому что они всю политику внешнюю рассматривают в контексте Китая, что для меня было... То есть я это понимал, но я это понимал, исходя из каких-то статей. Одно дело статьи, когда читаешь, а другое дело, когда каждый тебе говорит про это, буквально в смысле каждый. Тогда ты понимаешь, как они думают. Они думают через это. То есть получается, что из США, из Вашингтона война в Украине рассматривается как такое глобальное геополитическое столкновение. Я правильно понимаю? Да, именно так. То есть как бы они понимают, что они не против Китая воюют. Нет, воюют против России. Но насколько удастся ослабить Россию за это время, от этого будет зависеть, каков будет Китай. А получит ли Китай всю Россию по результатам этой войны? Ну, вот если Россию победить тотально, то Китай получит всю Россию или только часть? Уже понятно, что они готовы отдать часть России. Не территориально, естественно, имеется в виду, а там... По влиянию, по там, какому-то бизнесу, по многим характеристикам. То есть, грубо говоря, они понимают, что Россия, скорее всего, будет, как бы это сказать, интегрирована в китайскую экосистему, давайте так скажем, во всех вопросах. Уже это неизбежность, и, в общем, это они как бы понимают, и никто не собирается, похоже, бороться за Россию, наоборот, туда
запихнуть, пусть там будет как придаток некий Китая. Но вопрос, насколько Китай дальше-то продвинется. То есть вот Китай получит Центральную Азию или нет? Китай получит Кавказ, Китай получит Украину, например. Почему? Потому что все эти регионы освобождаются. Когда исчезает Россия, она исчезает по результатам этой войны. Ну, в политическом смысле, я сейчас не говорю про... Там, то есть исчезает не обязательно, как что государство такого не будет. Исчезает как игрок. Да? У нее не будет возможности, ни одной карты для игры больше не останется. Она все карты выложила на стол, и вот больше их не будет. И в этот момент освобождаются огромные регионы. Понимаете, Центральная Азия, там, 70 с чем-то миллионов, это только постсоветская Центральная Азия. А если брать не постсоветскую, там, потому что есть еще куски здоровые, которые тоже относятся к Центральной Азии, там больше, чем Россия по населению. Это американцам важный там регион. Вот там Кавказ важный регион, поэтому там очень хотят установить мир. Американцы прямо, у них вот есть цель установить сейчас мир на Кавказе, потому что они считают, что сейчас исторический шанс у Армении, Азербайджана есть на эту тему. Вот, вот хотят, ну, интересуются, что будет с Восточной Европой. Но Беларусь пока не рассматривается, она пока за скобками в каком-то смысле. Тоже мы обсуждали там ее, но там нет как-то конкретики, что ли. Но Украина — это вот такой конкретный вопрос, насколько она будет китайской. А нарастает ли недовольство в Соединенных Штатах среди элит по поводу помощи Украине, потому что это миллиарды долларов, и, в общем, пропаганда российская на это, ну, не то чтобы обращает внимание, она скорее подтягивает эти темы, рассказывая, что, посмотрите, американские налогоплательщики недовольны тем, что. Ну и далее, в общем, там некий набор нарративов. Что вы понимаете про это, что вы увидели, что вы услышали, какие у вас ощущения? Давайте, есть налогоплательщики, есть политикум, да? Вы два упомянули две разные вещи. Честно скажу, что с налогоплательщиками я на эту тему не общался, потому что, ну, у меня не было возможности большой там. То есть как, я общался, но только с проукраинскими. Я там провел эксперимент такой, в хорошем смысле. Я один стрим делал из Сан-Франциско. В Сан-Франциско в 9 утра, соответственно, в Киеве 19 в этот момент. И я в 9 утра сделал стрим и сказал, что через 2 часа буду в парке «Золотые ворота». Вот кто хочет, приходите. И три замечательные девушки, независимо друг от друга, пришли в парк «Золотые ворота» со мной встретиться. Это были как раз-таки американские налогоплательщики. Ну, потому что люди там учителя, реально, в смысле, вот, учителя, программисты, прямо вот я перечисляю специальности, учителя, программисты, экскурсоводы. Вот. И так как они все проукраинские абсолютно, эти люди, то у них, конечно же, не было сомнений там. Ну, так как они мой канал смотрят, то они проукраинские. А в остальном я общался именно с политиком, потому что больше я с налогоплательщиками не успел нигде толком поговорить, тем более про украинский вопрос. Вот. А вот с полисимейкерами, да, с политикумом, и там нет, это все вранье просто. То, что Россия просто категорически врет про то, что в политикуме американском есть какие-то сомнения. Там просто это вообще вопрос не рассматривается. Знаете, вот вопрос о том, сколько надо денег, это для них вообще не вопрос, потому что это в любом случае такие гроши вот в масштабах тех проблем, там, или не проблем, проигрышей или выигрышей, которые есть в войне с Россией, в войне с Китаем. Эти жалкие, как сегодня сообщили, кстати, сколько? Чуть ли не там всего-то навсего военная помощь, она там, по-моему, от США, это буквально там 50 миллиардов долларов. То есть для Америки 50 миллиардов долларов это просто, ну вообще, вот не деньги совсем, просто совсем не деньги, не вопрос. И когда вопрос того, что будет с Россией, удастся ли уничтожить Россию, не уничтожить Россию, что, какие 50 миллиардов, о чем вы вообще? Там людей волнует рецессия. Рецессия – это вопрос про триллионы. Вот вопрос, сколько триллионов мы потеряем на этом, или сколько триллионов заработаем на этом. Поэтому 50 миллиардов, 100 миллиардов – вообще не об этом. Наоборот, меня, кстати, там разные люди интересные, ну, такие, да, как раз в Вашингтоне, утешали в каком-то смысле, когда я пытался проявить озабоченность по поводу вот таких как раз вопросов, которые из российской пропаганды проистекают. Они мне сказали: слушайте, вы вообще как-то, вы не совсем понимаете, как работает у нас тут все, ну, грубо говоря, мне сказали, потому что вы не понимаете, что у нас тут двупартийная поддержка. Ну, я как бы такое тоже умничал, говорил, но тут я это услышал от них. У нас тут двупартийная поддержка Украины, поэтому вам в Украине... Вот надо забыть, париться по вопросу, кто там будет следующим президентом США, сколько там, вот вы какие-то вопросы задаете, сколько там будет в Конгрессе и в Сенате демократов, республиканцев, вам какая разница? У нас двупартийная абсолютно поддержка, то есть большинство вы имеете и в той партии, и в той партии. Значит, это точно не закончится, вот это для вас вообще не вопрос. Вот, это прямо единое такое мнение, то есть это само собой. И, кстати, сегодня было подтверждение этому, сегодня Конгресс как раз вынес двупартийное решение некое там, я честно там не знаю, как это называется точно в их терминологии, но они сегодня на площадке перед Капитолием, да, значит, устроили такую большую пресс-конференцию, где было вынесено двупартийное решение Конгресса о том, на каких условиях должна быть закончена украинская война,
Они прям все это огласили. Туда пригласили, там был бывший президент Украины Ющенко вместе с этими парламентариями. И там было важно, что большинство республиканцев с этим согласны, и большинство демократов с этим согласны, что условия окончания войны – это границы 91 года, выплата полностью репараций, плюс компенсации всем гражданам Украины, пострадавшим, ну, со стороны России. Единственное, что там не было из таких пунктов – это наказание военных преступников. Там этого нет. Но люди вот такое вынесли решение, и опять двупартийное. Алла задает вопрос, и вам, и мне, вопрос Михаилу и Вадиму. Не проходит ли любовь к людям и желание вести передачи в Ютубе, когда, цитата, глупых и хамских комментариев становится много? Как у вас? У меня нет, потому что, во-первых, подавляющее большинство комментариев очень умные, толковые, либо добрые, да, не обязательно, ну, либо а бывает и то, и то. То есть люди ко мне относятся, честно скажу, по-доброму очень, воспринимают меня очень хорошо, я уж не знаю, чем я это заслуживаю, но я это вижу из комментариев. Я когда читаю комментарии под своими видео, я читаю, ну, большую часть, когда успеваю, то два способа чтения комментариев. Способ первый – это читать вот в обычном порядке, как их показывает YouTube, он их показывает в порядке популярности. То есть те комментарии сначала, которые больше всего лайков набрали, или комментариев к комментариям. Вот первые там 10, 20, 30, это все будет настолько позитивно по отношению ко мне, что вот если я хочу просто расплыться в улыбке и подумать, боже, какая я звезда, как меня все любят, то я читаю вот так, сверху комментарии. Чтобы докопаться до критичных комментариев, мне нужно обязательно выбрать опцию «Сначала новые», и тогда я могу найти какие-то критичные комментарии. Критичных комментариев, ну, 1 на 10, 1 на 20, вот так вот. А уж прям таких злобных 1 на 100. Поэтому нет, вот честно, не знаю. Это, по крайней мере, на моем канале. На моем канале так. Дальше есть разные каналы. И вот тут я вам скажу, я дошел уже до того, что иногда я отказываюсь на каких-то каналах выступать, если я вижу, что публика не моя. У некоторых украинских ведущих, как-то не знаю почему, исторически сложилось, что у них российская публика. Ну, в смысле, так бывает. Ну, возможно, там люди что-то работали на каких-то таких каналах, не знаю почему. И я вот буквально паре человек отказал из-за этого, потому что я видел, что комментаторы все пророссийские россияне. Ну, естественно, зачем мне перед ними вообще выступать, когда там нет моей аудитории, то мне это и не надо. Ну, там действительно читать прям невозможно все это. А в остальном нет, в целом все позитивно. Я люблю. Нет, конечно, расстраиваюсь. Конечно, мы все люди ранимые. Нас все это задевает за живое обязательно, но ненадолго, потому что тут же все льют бальзам на душу и на раны, соль, нет, бальзам на раны, короче, все остальные зрители. Я знаю, что если на меня кто-то написал злобный комментарий, главное не трогать. Сами зрители напишут 100 комментариев этому человеку, его просто заблокируют. Причем, что это во время стрима, что так, неважно. Они сами выгоняют, просто изгоняют из своих рядов всех негодяев. Ну, кстати, профессор Виктор Серебряный, который у нас выступает регулярно в эфире, он обратился в ФБР по поводу комментариев такого хейтерского толка, которые были опубликованы. ФБР даже завели дело по этому поводу. Так что, говорит, те, кто в Америке написали мне гадости, будьте готовы, переезжайте в Канаду скорее. Ну, это, в принципе, с одной стороны, правильно. С другой стороны, знаете, я с одной стороны, поддерживаю этого человека, потому что правильно делает. С другой стороны, сам бы я на такой ни за что бы не пошел. Просто по причине того, что я не могу сутяжничать, мне очень лень этим заниматься всем реально. Просто лень по-человечески. И я как-то привык, так как у меня было такое же детство, как у Путина, подворотни, даже хуже, даже подворотни у нас не было, понимаете. Я жил на гражданке, дальше ручья, а гражданка дальше ручья, там ты, если на ментов бросаешься, в смысле, это жалобы писать, то как бы лучше сразу уезжай в ФРГ, то есть в фешенебельный район гражданки, переезжай туда, перед ручьем живи. Если хочешь жить за ручьем, то менты для тебя враги, они для тебя не существуют, ты не можешь им жаловаться, ты разбирайся сам. Поэтому я готов сам разобраться со всеми этими хейтерами, если они есть. Пишут наши зрители, спрашивают, не смотрели ли вы интервью Ходорковского в Грэмми? Не видели? Да, обязательно смотрел. Во-первых, я смотрю много интервью Ходорковского, стараюсь смотреть. Во-вторых, да, в Грэмми тоже посмотрел. Ну, хотя, если честно, Михаил Борисович, он, в общем, всегда говорит плюс-минус одно и то же. Просто это одно и то же. Он настолько системный, настолько устойчивый, настолько правильный, что я вот слушал ваши вопросы к нему, и вы знаете, в чем он для меня молодец-то большой. Ну, кроме того, что, естественно, я не говорю про вообще всю биографию его. Вот в этом вопросе украинском, вопросе вот этой политики российской, это человек, который способен меняться, человек, который способен пересмотреть свои взгляды в зависимости от ситуации. Он снова в вашем интервью снова это сказал. Да? Он сказал, что вот я раньше думал так,
Но после 24 февраля я вот свое мнение изменил. Это круто для такого большого человека изменить свое мнение, изменить его настолько глубоко, настолько искренне. Это прямо искренне все происходит. Я уверен, что человек без каких-то, так сказать, ну, у него не может быть задних мыслей, потому что они ему не нужны. Вот понимаете, это вот человек, который нельзя заподозрить в каком-то левом интересе. Потому что, ну, зачем? Человек, который пошел на 10 лет в тюрьму просто из принципа, это означает, что у человека нет никакого двойного дна. Да? Вот это гарантия просто стопроцентная. Поэтому, когда человек говорит, я после 24 февраля решил, что Россия, значит, теперь обязана Украине то, сё, пятое, десятое, я решил, что это убийца, я решил, вот он прям, он, кстати, единственный вообще россиянин, по-моему, один такой, который говорит, каждый гражданин России, который пересек границу Украины в рамках этой оккупации, это убийца, его нужно уничтожать. Он один такой, Ходорковский, больше никто такого не сказал. Понимаете, просто никто. Не, может, кто-то еще такое думал, но сказал, ну нет, может, еще Фейгин, простите, да. Вот. Но вот Ходорковский и Фейгин больше никто. И это пересмотр позиций большой, потому что совсем не так давно, ну как, несколько лет назад, Ходорковский говорил, я Крым не отдам. И вот, а теперь говорит, что первым делом надо отдать Крым, потому что это уже теперь долг россиян и так далее. Вот поэтому я с огромным удовольствием посмотрел его, тем более, что я посмотрел два подряд интервью. У вас Ходорковского и у Дудя Каспарова. А они же напарники в своем нелегком деле, поэтому было приятно посмотреть на двух этих людей. Ну, кстати, я хочу еще задать вопрос про Ходорковского, потом перейдем к Каспарову. Это интервью у Дудя наделало много шума, но Ходорковский у нас в эфире озвучил такую мысль, что я оставляю вот это право на раскаяние для себя, и я еще показываю, что я готов протянуть руку тем людям, которые раскаются, и даже он там вспомнил Игоря Сечина, своего личного врага, и говорит, мне было бы очень тяжело и очень сложно, но я бы, наверное, все-таки протянул ему руку, если бы понял, что он выступает против Владимира Путина. Как вам такая концепция? Ее многие критикуют. Вы знаете, тут критикуют, да. Помните Наутилус, наверное, группу? Ну, конечно. Там у них было это... Господи. Как, ну, когда он просил там Христа, апостол Андрей просил Христа научить ходить по воде. И тот говорит, ну, видишь, там на горе возвышается крест, под ним десяток солдат, повиси-ка на нем. А когда надоест, возвращайся назад гулять по воде со мной. На что апостол Андрей отвечает, ну, спаситель, на касках блистают рога, черный ворон кружит над крестом. Расскажи мне сейчас, пожалей дурака, а распять я оставь на потом. Осерчал спаситель и топнул в сердцах по водной глади ногой. Ты и верно дурак, и Андрей в слезах побрел с пескарями домой. Поэтому всем людям, которые Ходорковскому говорят, что там позиция неправильная, совет простой. Пойдите в тюрьму, в российскую, ну это же либералы ему говорят, возражают, мы же про либералы сейчас говорим. Посидите 10 лет, и тогда садитесь рядом с Ходорковским и обсуждайте, прощать, можно прощать Сечина или нет. А на сегодня только Ходорковский имеет право так рассуждать. Вот только Ходорковский, а другого нет такого в истории именно Российской Федерации. Там в истории Советского Союза были диссиденты тоже по много отсидели. Но пока в истории Российской Федерации есть один человек, отсидевший за свои взгляды 10 лет, и когда он говорит, что он готов простить того, кто его посадил в тюрьму, то извините, если вы не сидели 10 лет, у вас как бы нет морального права говорить, что так нельзя. При том, что, заметьте, вот тоже мне в этом же тексте, все-таки Ходорковский, он в чем еще крут, он всегда максимально точен в формулировках. Он поэтому разговаривает в 5 раз медленнее, чем я, но я смотрю на ускоренной перемотке, хотя в этот раз смотрел, кстати, 1:1, потому что важно было каждое слово поймать его. Он взвешивает каждое слово. Про того же Сечина, он ведь, заметьте, что сказал. Сечин не совершал военных преступлений. Поэтому, да, то есть заметьте. Не то, что я его готов простить, как бы, несмотря на то, что он меня посадил, но еще он не совершал военных преступлений, поэтому мы можем его брать там в условную прекрасную Россию будущего в каком-то виде, в какой-то должности и так далее, он нам может как-то пригодиться. То есть все-таки человек понимает, что в будущее вот эта будущая Россия, если она хочет как-то существовать не в мире санкций, а в мире интегрированности в цивилизацию, то ни один человек, который является военным преступником, не может входить в ее каким-то образом руководство и так далее, вообще не может не быть наказан и не выдан правосудию. А потому что есть условия. Все равно будут спрашивать у Украины тоже. Вот вы, когда будут пытаться снимать санкции, уже либеральная Россия какая угодно, то если там внутри окажется один человек, один, понимаете? Вот вчера, кстати, Каспаров, да, там говорил, ну вот Мишустина нельзя, потому что он военный преступник, а Сечина, а нет. А Собянина, говорит, более-менее как с ним можно разговаривать.
Ну, Собянин член Совета Безопасности Российской Федерации, член Совета Безопасности. Он принимал решение о начале войны вместе с остальными. Поэтому он, конечно же, в первом списке, прям в первой скамье подсудимых. И вот Ходорковский это понимает, что да, он может, и он имеет право прощать, россияне имеют право прощать, и, ну, либеральные россияне идти на переговоры, но с условием, если это не военный преступник. Ну, так, да, так, конечно, правильно. Ну, кстати, возразил Ходорковскому Алексей Навальный, который не провел 10 лет в тюрьме, но провел уже несколько лет в тюрьме и в очень тяжелых условиях находится. И он стал одним из первых, кто возразил Михаилу Ходорковскому. Случился большой спор между Ходорковским и Навальным. Да, я знаю, так мало просидел. Я же поэтому говорю, он единственный, кто просидел 10 лет. Вот если бы Навальный просидел тоже 10 лет, я бы сказал, да, все, вот как бы теперь, да. Ну, именно в этом вопросе, именно в вопросе морального авторитета. Понятно, что в вопросе личной смелости, как это называет Каспаров опять в своем интервью, нет, ну, понятно, что Навальный приравнивается полностью к Ходорковскому, тут вопросов вообще, конечно же, нет. Но эти 10 лет, я же почему говорю, не чтобы человеку было больнее, нет, не чтобы человек больше страдал и мучился, нет. Я говорю, что у Ходорковского, 10 лет, как он вам рассказал, кстати, вот насколько последовательный человек. Он вам рассказал в этом интервью, что он в голове переставлял мебель. Помните, что он заполнял, да, конечно, помещение? Вы знаете, я читал книгу, ее написала, по-моему, если я не ошибаюсь, Вера Челищева из «Новой газеты». Она ездила к Ходорковскому в тюрьму и писала книгу. То есть, ну, они там в соавторстве, я не помню, как он автор, или она просто записывала за ним текст, я поэтому... И это было, ну, когда Ходорковский еще был в тюрьме точно. То есть это примерно, наверное, 11-й год вышла эта книга. И там Ходорковский вот это же самое рассказывает. То есть, заметьте, прошло больше 10 лет, он последователен, он по-прежнему вот так живет. И просто когда у человека было 10 лет переставлять мебель в голове, то он ко многому может прийти. Вот, например, Алексей Навальный за те в тюрьме, сколько он уже провел, ну, уже больше 2 лет, по-моему, да, он пришел к тому, например, что нужно признать территориальную целостность Украины, что другой России, по-другому Россию не построишь. А он ведь раньше был против, абсолютно. И сейчас вот он так считает. Он извинился перед грузинами. Вы раньше могли себе представить, что он извинится перед грузинами? Вот тот Навальный, который до тюрьмы. И это все за 2 года с ним произошло. Просто у человека есть время остановиться, подумать, оказавшись совершенно в другом мире, в мире совершенно другом, в мире действительно невыносимом, да, и понять, что чего стоит, а что чего не стоит. И я поэтому говорю про эти 10 лет, которые были у Ходорковского. А Каспаров у Дудя, интервью, которое спровоцировало нешуточные дискуссии, собственно, по поводу Каспарова, я читал, кто-то из тоже оппозиционеров, боюсь ошибиться, написал, что... А, это Борис Вишневский написал, что Каспаров доказал, что он является чемпионом мира по шахматам, и только по шахматам. В остальном он, судя по всему, не очень силен. Какое у вас впечатление от этого интервью? Мое впечатление, что он очень силен как раз. Потому что он действительно, как он сказал в конце, отвечая на вопрос Дудя, так а в чем сила? Он сказал, что сила в принципах и в том, чтобы отстаивать принципы. В том, чтобы отстаивать свои принципы. Я помню политика Каспарова в тот момент, он стал политиком, когда еще никто не знал, что он политик. Я помню его первое политическое заявление. Оно прозвучало еще в советское время, в 90-м, там, по-моему, году или 89-м. Он тогда сказал, что надо отдать Курилы Японии. Понимаете, в 90-м году кто вообще мог такое сказать? Или 80-м? Ну, короче, точно, что это было до развала СССР. Это было сенсацией, да, отдать Курилы Японии, а Монголию Китаю, сказал Гарри Каспаров. Тогда это воспринималось как жириновщина какая-то. А сегодня уже вообще не воспринимается как жириновщина. Да, вот он тогда был таким непримиримым все эти годы. Вот он же рассказывает в интервью Дудю, что меня в моих лекциях просили все, во всяких цивилизованных странах, где он выступает, не трогать Путина. А теперь наоборот просят трогать Путина. То есть он-то оказался прав, понимаете? И, как сказала в начале войны, в самом, по-моему, это сказала Екатерина Шульман, если я не ошибаюсь. Она сказала такое, говорит, что же оказалось-то, что вот все те, кого мы считали городскими сумасшедшими, оказались правы. Ну, когда началась война 24 февраля, люди, которых мы считали городскими сумасшедшими, Каспаров, Соловей, вот оказалось, что они правы, а мы нет. Мы не понимали, что творится. И вот как у Ходорковского есть право говорить то, что он говорит, безусловно, и никто с ним не может спорить в этом вопросе, конкретно в этом вопросе, такого морального, да, вопросе, потому что он отсидел 10 лет, точно так же с Каспаровым теперь трудно спорить, потому что он оказался прав, когда все оказались неправы. Вот все говорили, можно с Путиным договариваться, можно участвовать в этих выборах, можно то, можно все. И тем самым, как вчера рассказал Каспаров, легитимизировали лишний раз режим Путина. Вот Навальный упрекает, например, Ксению Собчак, ну, мы помним эту, да, разборку большую,
что она помогала легитимации Путина тем, что участвовала в этих выборах. А Каспаров идет дальше. Он говорит, а Навальный тоже помогал Путину легитимизироваться тем, что пытался участвовать или участвовал в выборах и так далее, которых выборов не было. Такая позиция Каспарова. И вот мне кажется, что каждый день войны доказывает, что позиция Каспарова более правильная, честная, прямая и так далее. И что он прав, мне так кажется. Поэтому он тогда казалось, многим казалось, ну какой из него политик? Читаешь статьи, все одинаковые, какой-то такой бесноватый Каспаров, ну назовем так, да? Имеется в виду бесноватый либерал, демократ. А сейчас выясняется, что нет, что ничего подобного. Как раз-таки он шел до конца, а остальные не шли. Просто в чем тут есть нюанс? Я вот даже не могу повторять слова Каспарова. Знаете почему? Потому что я их не могу повторять, потому что я не могу обижать людей. Вот я не могу обижать людей. Мне плохо, когда я обижаю людей. А он легко обижает людей. Поэтому его так все не любят. И он говорит, вот я когда выхожу, говорю, всем неприятно это слышать. Поэтому меня больше не зовут, задвигают и так далее. Я тоже так не могу, как Каспаров. Я поэтому не чемпион мира по шахматам. А он вот идет на пролом. Вот все, что он вчера сказал про российскую либеральную оппозицию в этом интервью Дудю, я с этим согласен, а повторить не могу вслух. Вот я в лицо им это сказать не смогу этим людям. Понимаете? Вот он же скажет в лицо, а я нет. Поэтому я и заочно его слова не могу повторять. Вот. Вот все, что, но все, что он говорит, да, это все так, к сожалению. А что происходит вообще с российской либеральной оппозицией? Мы просто видим, конечно, какие-то всплески на солнце, белые пятна, или нет, какие там пятна бывают, черные пятна на солнце, но неважно. А, собственно, мы видим какие-то скандалы, какие-то внутрицеховые разборки, которые, в общем-то, как мне кажется, они на себя фокусируют все внимание, и главные какие-то мысли, идеи, они остаются в стороне. Мы видим, что происходит между Венедиктовым и Певчих, между там, Ходорковским и Навальным. Ну, там еще много всего, вот каких-то таких моментов, которые просто разлетаются по социальным сетям. Зачем вы следите и что, какие выводы можно делать из всех этих историй? Я слежу за всем, потому что новости — это мое, я пожиратель новостей, так сказать, поэтому я слежу за всем, абсолютно за всем, что вообще бывает. Значит, здесь есть несколько разных, да, разных нюансов. Вот такие разборки, как Венедиктов-Певчих, ну, это не политическая разборка, она больше личная, как мне кажется. По крайней мере, уже перешла давно в что-то, некий личный конфликт. Поэтому она не имеет отношения к политике. Ну, вот так люди уперлись, мало ли, бывает, не сошлись с характерами, называется. Совсем другое дело дискуссия Навального и Ходорковского, потому что это дискуссия. Это дискуссия. И эта дискуссия такая же, как, например, дискуссия, вот вы сказали, там, кого-то против Ходорковского в каком-то еще вопросе, да, вот в этом же вопросе. Это нормально, вести такую дискуссию совершенно нормально. Поэтому, мне кажется, между Навальным и Ходорковским это не противоречие, это всего лишь разные позиции по какому-то вопросу. И это, да, достойно уважения и интереса. Другое дело, что вот я все время думал много, да я даже прям проводил опрос, вы будете смеяться, но ни одного ответа не получил. Когда был съезд в Вильнюсе российской оппозиции в прошлом году это было где-то в мае примерно, то есть уже 3 месяца войны, и мне казалось, ну 3 месяца войны, у вас только съезд какой-то, нафига вам съезд, и что вы там будете делать на этом съезде на 3-й месяц войны? И я задал вопрос своим зрителям тогда, а что вот по-вашему, вот что можно? И вы знаете, никто ничего не написал. Ну, просто там же много меня смотрят людей либеральных из России. То есть ни одной мысли, что они должны сделать, нету. И вчера мне ответ дал, конечно, Каспаров в своем интервью. Он сказал, когда нет хороших ходов, это не означает, что нужно делать плохие. Это прям такая крутая формулировка, вы понимаете? Да, это правило-то, оно понятно, интуитивно-то понятно. Но когда человек классно так формулирует, ну, действительно, у российской оппозиции сегодня нет хороших ходов в вопросе свержения Путина, в вопросе смены государственной власти в России. У них нет сегодня хороших ходов. Поэтому им главное сейчас, как это ни смешно, не делать плохие. И то, что Каспаров в это время занимается с Ходорковским, то, о чем он рассказал вчера, попыткой спасать россиян, которые, значит, застряли в России и просто не могут выехать, хотя хотят, ну вот это правильно, это, кстати, то, что я предложил в первый день войны, буквально первую неделю войны, когда многие мои друзья, российские мои друзья и белорусские друзья столкнулись с этой проблемой, что они хотят бежать и не могут, потому что никак, некуда, не оставят, не сохранят, не пустят. А люди хотели бежать тогда еще, понимаете, март 2022 года. Я тогда сказал, нужен нансеновский паспорт. И вот сегодня Каспаров с Ходорковским пытаются этот нансеновский паспорт сделать. А белорусы, кстати, уже, так как у них все-таки есть Тихановская, у них же это отчасти вышло, знаете, у них Польша решила, что все белорусы, у которых есть вид на жительство, по-моему, в Польше или что-то такое,
они имеют право получить проездной документ от имени польского государства. То есть это фактически паспорт беженца, давайте так. Ну, можно приравнять. Потому что эти люди как? Вот они приехали в Польшу, они получили, например, вид на жительство, как беженцы тоже. Но они не могут потом поехать в Беларусь и продлить свой паспорт. А он у них закончился, окончились страницы, все что угодно. Все, до свидания. И вот им Польша стала выдавать такие документы. А россиянам никто ничего не выдает. И у россиян как бы вот так... Хорошо, вчера Каспаров даже запретил говорить слова «хорошие русские», поэтому не будем называть. У тех россиян, которые хотят бежать из Российской Федерации, от мобилизации или просто потому, что там теперь невозможно жить, но у них нет юридически такой возможности у многих. Шенген не пускает, в основном не пускает. Много кто еще не пускает. В Монголию не очень хочется. И эта проблема, вот то, что они делают, молодцы, решают хотя бы это, почему нет. Ну, кстати, про пузыри и про попытку пробить пузыри, условно говоря, уйти в другую аудиторию, привлечь другую аудиторию, заинтересовать другую аудиторию или хотя бы просто показаться другой аудитории. Почему я сейчас задаю этот вопрос? Потому что вот мы сегодня выложили интервью с Михаилом Козыревым. Не прошло нескольких часов, как телеграм-канал Рамзана Кадырова уже это интервью цитирует и далее пишет, что, ну, цитата, то, что сказал в нашем эфире Михаил Козырев: «Россиян после победы Украины нужно будет отправить в Бучу и Ирпень, чтобы они на коленях каялись перед Киевом». Об этом заявил уехавший из России журналист Михаил Козырев. Далее идет оскорбительная оценка самого Михаила. Но это случилось очень быстро. Ну, то есть мы только выложили интервью, уже в телеграм-канале Кадырова это появилось. Лайма Вайкула, которая у нас регулярно выступает, уже на Матч ТВ обсуждают это интервью, соответственно, там всеми последними словами. То есть очень быстро информация, казалось бы, из наших либеральных пузырей она куда-то просачивается. Другой вопрос, в каком виде ее там подают и как это интерпретируют для той аудитории, которую вот эти все Z-каналы смотрят. Но, тем не менее, получается, что наш канал, ваш канал, канал Михаила Ходорковского все-таки каким-то образом пробиваются туда, вот в ту аудиторию. Могут ли они ее зацепить, как вы думаете? Ну, во-первых, есть большая разница между вашим каналом и моим каналом. Вот прям большая. А канал Ходорковского скорее близок к вам, чем ко мне. Почему? У вас средства массовой информации. Вы медиа, вы средства массовой информации. Вы берете интервью у разных людей. И это может быть разным. Да, вы не берете у тех, кто там прямой сторонник войны. И у Ходорковского тоже нет таких прямых сторонников войны на канале. Но, тем не менее, эти люди разные. У них большой спектр мнений. Естественно, эти мнения могут так или так или так оспариваться. Кроме того, эти люди, например, так как вы берете интервью у россиян во многом, естественно, ну, тот же Козырев, то понятно, что в России это можно цитироваться, находить отклик и так далее. На моем канале есть только я, всегда. Есть только мое мнение, больше никакого. И поэтому у меня собираются единомышленники. Я сам говорю, что мой канал – это такое глобальное бомбоубежище. Особенно, когда вот нас бомбят, мы в глобальном бомбоубежище сидим со всего мира, там десятки стран. Каждый раз, когда перекличка, ну это десятки стран реально. Но все эти люди придерживаются таких же взглядов, как я. Плюс-минус, мы можем спорить. Но это наш клуб дискуссионный, но у нас не может быть далеких мнений. Тем не менее, они близкие. Люди с далекими мнениями сразу уходят, конечно, от меня. Это нормально. Причем мы им такие, как сказать, тут у меня же нет, непонятно, этих пророссийских людей у меня нет, но у меня нет украинских националистов, потому что я говорю по-русски, потому что я за такой глобальный мир. И сразу, ну вот собралось такое комьюнити. У нас комьюнити по интересам. Поэтому мои идеи там никуда не разойдутся, я не пытаюсь никому пробиться. Наоборот, я пытаюсь притянуть таких же, как мы. Вот как наши, у меня сейчас 140 тысяч человек, вот такие, как наши 140 тысяч, вот мы, нас 140 тысяч. У вас, конечно, другая роль абсолютно в этом мире. И у вас, и для вас это, поэтому это профессия, собственно. Так же, как для журналистов канала «Ходорковский лайф», а для меня это хобби, это вечером посиделки. У меня друзья, у меня 140 тысяч друзей, да, с которыми мы сидим и лязгаем, так сказать, языками просто на то, как прекрасен наш свет. Да? Как помните у Гребенщикова, да? А сами давно звонят лишь друг другу, вспоминая, насколько прекрасен наш круг. Да? А этот пес вгрызается в стены в поисках новых и ласковых рук. Вот вы как раз, да, вгрызаетесь в стены в поисках новых и ласковых рук. В том смысле, вы ищете это расширение. Можно ли пробиться? Ну, да, наверное, кому-то. То есть я не верю. Меня когда-то научили, когда я изучал маркетинг в Израиле, как всегда, не в университете изучал, а прямо в партийной гуще, так сказать. И у нас был мой учитель. Но он в Америке сам учился, он был, работал в американских компаниях предвыборных, а потом мы с ним работали вот в Израиле. Он был моим первым в этом смысле учителем. И он мне тогда объяснял такую вещь. Смотри, говорит, если что-то черное, ты при помощи рекламы не докажешь, что это белое. Вот бесполезно совершенно. Вот если человек знает, что это черное, ты не докажешь ему, что это белое. Даже не пытайся.
Попытайся доказать, что оно соленое. Вот оно черное. Он знает, что оно черное. Ты скажешь, да, оно черное, но соленое же. Вот это да. Поэтому перевести людей из черного в белое, мне кажется, невозможно. Просто невозможно, да. Но, по крайней мере, доказать им, что что-то соленое, это да, это имеет смысл. Спрашивают наши зрители, не изменилось ли ваше отношение к Венедиктову? Мы нередко обсуждаем фигуру Алексея Алексеевича в наших эфирах, потому что, кажется, когда вот интерес к нему затухает, появляется что-то, что снова выводит его на переднюю, на передний край этой вот виртуальной сцены. Ну и конфликт, который был между ФБК и Венедиктовым, это уже давняя история, у нее ну, до сих пор идут круги, но тем не менее показывает, насколько он сильный игрок, то есть тот, кто пытается его каким-то образом уничтожить, в итоге сам получает очень серьезный ответный удар. Вот Венедиктов в этой истории вообще, во всем контексте, что это за фигура? Вот сегодня, как его можно оценить? Он действительно сильный игрок. Не был бы он сильным игроком, ему бы не поручали такие большие задачи. Он бы не руководил столько лет главным либеральным СМИ России, вот в этой России, которая была, да? А действительно, я, когда говорят люди про главного редактора, я сам не знаю, какой он главный редактор, потому что я там никогда в жизни не работал в этой... Да я еще и не журналист, и не работал, естественно, в «Эхо Москвы». Но абсолютно в один голос все журналисты «Эхо Москвы», а они самые разные люди, с самыми разными взглядами. И сейчас, оказавшиеся на очень разных позициях, все говорят, что это лучший главный редактор, который можно представить. И действительно, «Эхо Москвы» было той станцией, где можно было услышать критику Венедиктова, например. Поэтому давайте, как о главном редакторе, я вообще о нем, конечно, ничего плохого сказать не могу. Он очень сильный игрок, тоже нет сомнений. Когда на него наехал фонд борьбы с коррупцией, тоже я пытаюсь быть справедливым, честно скажу. Я не пытаюсь, если человек там, мне в чем-то, как говорится, не считаю его другом Украины, это не означает, что он во всем плох. Вот, например, безусловно, в конфликте ФБК Венедиктов, я-то на стороне Венедиктова, а не на стороне ФБК, потому что я считаю, что ну, обвинять человека в том, что он в то время, то есть не во время войны, а вот в то время зарабатывал деньги, просто выполняя какой-то там безобидный достаточно, как мне кажется, заказ московской мэрии, ну, это не преступление. Но в то же время это означает, что он не журналист. То есть вот Венедиктов главный редактор, да, но Венедиктов часто говорит, что он журналист. И то, что его какие-то действия, какие-то его слова связаны с журналистской деятельностью. Он говорит, я как журналист специально общался с Симоньян. Я как журналист специально общался с Песковым, потому что я же журналист. Или с Лавровым, да, пил с Лавровым, потому что я журналист. Нет, то, что он выполнял в это время заказы Собянина, означает, что он не журналист. Потому что это конфликт интересов. Он получает деньги от Собянина, значит, он не журналист. Нет, не означает, что он вор, коррупционер, но это означает, что он не журналист. Вот так я к нему отношусь. А последнее действие, кстати, Венедиктова, оно тоже, по-моему, было оглашено у вас на канале, если не ошибаюсь. По-моему, это он интервью вам давал. Нам. Да, где он рассказывал про то, как он с Песковым вместе спасает детей. Понимаете, вот это вот просто, ну опять... Ну, это прям вот я как его обозвал в самом начале войны, послушав первые два его выступления в самом начале войны, я придумал ему прозвище «пресс-секретарь пресс-секретаря президента России». Кстати, до него это дошло, потому что он однажды говорил у вас, опять-таки, в интервью, знаете, меня уже даже называют пресс-секретарем пресс-секретаря президента. А, нет, не у вас. Это он Бунтману говорил. Но неважно. То есть, как бы до него это как-то дошло. Пресс-секретарь пресс-секретаря президента. И вот он снова исполняет ту же роль. Он рассказывает, что якобы Песков, понимаете, помогает ему возвращать украинских детей. Ну вот что, ну это ж просто тут настолько уши торчат, в это невозможно поверить, понимаете, да, что Песков абсолютный помощник там, человек, который, собственно, обвиняется в похищении этих детей, который в этом похищении детей и торговле этими детьми признался прямо в прямом эфире, Путин в смысле. И вот его помощник в это время спасает этих детей, ну что это за чушь? Понятно, что это прямое исполнение, так сказать, номера под названием «А давайте отмажем Пескова от соучастия в этом преступлении, чтобы ему не выписали ордер». Или чтобы он потом в некой прекрасной или даже ужасной России будущего смог быть каким-то политиком. Песков же, наверное, на что-то претендует в России будущего. И чтобы на что-то претендовать, им нужно не быть военным преступником. Он, кстати, что интересно, не является членом Совета Безопасности, поэтому он не является инициатором войны, он не развязывал эту войну. Но вопрос, например, его соучастия в краже детей и в торговле ими, тут вопрос. И вот Венедиктов уже ему выписывает, значит, индульгенцию. Кстати, Венедиктов ему же индульгенцию за ворованные, ну, за часы, не ворованные, как бы, за часы выписывал тоже. Когда обвинили Пескова, что у него часы там за $500,000 или $1,000,000, что такое. А сам Песков сказал, что мне жена подарила, а Венедиктов специально вышел в эфир «Эхо Москвы», говорит, я проверил квитанции, я точно знаю, что подарила. Но понимаете,
слово Венедиктова в данной ситуации, когда он говорит про Пескова, про Лаврова, про Симонян, оно, к сожалению, не имеет веса. Ну, совсем никакого. Именно потому, что, в частности, он получал деньги от Собянина. Еще раз, это не преступление, не воровство, не коррупция. Но как журналист и как лидер мнений, нет, но это обесценивается, естественно, это мнение в этот момент. Ну, кстати, он вот... один из них. Он один из них, понимаете? Михаил Ходорковский, как мне кажется, очень интересно сформулировал о Венедиктове. Он сказал, когда вы, ну, обращаясь там к тем, кто его ругает, надевали белое пальто, я надевал телогрейку. И часто бывает так, что когда что-то случается, эти люди, которые сейчас в белом пальто, они бегут к таким людям, как Венедиктов, потому что им нужны переговорщики. Венедиктов — человек, который воспринимается как некая такая токсичная фигура с репутационными издержками, тем не менее, возможно, может где-то между строек, я не знаю, как это устроено, но, в общем, что-то решить. Он всегда подчеркивает, я человек компромисса. И вот в этой мутной воде, абсолютно не идеальная, не белопальтовая рыба, а похожая на Венедиктова, она ведь может что-то сделать. То есть она может, грубо говоря, на что-то повлиять, с кем-то договориться, с кем-то, не знаю, решить какой-то вопрос и, может быть, кому-то на индивидуальном уровне каким-то образом помочь. Вот я сейчас даже без морализаторства. Такие фигуры нужны, вот такие люди компромисса, которые в этой мутной воде что-то пытаются через личные связи и потери собственной репутации что-то сделать. Значит, во-первых, это, ну, давайте еще раз разделим. Господин Венедиктов, он большая фигура, действительно, как вы сказали, большая. Поэтому надо разделять его разные ипостаси. Вот есть ипостась главный редактор «Эхо Москвы». И я вообще ни одного слова не готов плохого про это сказать. Да, понятно, главный редактор «Эхо Москвы», крутое радио «Эхо Москвы», вообще не вопрос. Поэтому давайте говорить о нем сейчас действительно, как вы говорите, о переговорщике. Как о человеке, который крутится вот в тех кругах. То есть общается с Песковым, в чем его обвиняют сейчас. Ну, видимо, я не знаю, что он общается он сейчас или нет, но до войны общался с Лавровым, с Захаровой, то есть с Захаровой, да, с Симонян и так далее. То есть прямо с верхушкой путинской машины пропаганды и вот этого фашистского режима, верхушкой. И сейчас продолжает в том числе общаться. Оправдывая это тем, что... Ну, хотя на самом деле выглядит это, как он по заказу Кремля пытается отмазать Путина от этого ордера. Да? Ну, это так пока выглядит. Так вот, вы говорите, нужны ли такие люди? Ну, я вам скажу, что, например, фельдмаршал Кейтель, главнокомандующий вермахта, подписал, как мы помним, капитуляцию Германии. Раз он подписал капитуляцию Германии, значит, с ним вели переговоры, правильно? То есть с ним союзники... Поговорили, договорились, он пришел. Он, кстати, во время этой церемонии подписания капитуляции даже пытался взмахнуть своим маршалским жезлом, на что так презрительно посмотрели на него генералы со стороны союзников, что он это дело бросил и подписал. Но, если я не ошибаюсь, его потом повесили по результату Нюрнбергского процесса. Понимаете, по-моему. Ну, то есть приговорили к смертной казни, чем закончилось дальше, не помню. Вот, то есть вроде как нужен же был, как посредник. Нужен. Переговоры вели, вели, но потом повесили, повесили. Поэтому и здесь с кем-то нужно будет вести переговоры о капитуляции России? Нужно будет. Ну вот выйдет вести переговоры, не знаю, Лавров или Песков или Собянин. Я сейчас давайте отодвинем в сторону Венедиктова. Вот с ним нужно будет провести переговоры о капитуляции. Нужно будет. Но это освободит его от ответственности за все прошлое? Нет, не освободит. Поэтому у каждого есть мера ответственности. Говорит, нужны такие люди. Ну все люди нужны, все люди для чего-то нужны. Вопрос меры ответственности. Большая у Венедиктова за нынешние преступления российской власти? Нет, небольшая. Какая-то небольшая. Но есть, есть. Потому что он на той стороне, да, он, к сожалению, на той стороне, как человек. Вот как главный редактор нет, а как человек вот, в своей вот этой общественной деятельности, он на той стороне, на стороне фашистского режима сейчас действует. Я другого не вижу. Кейтеля повесили, кстати. Ну да, после. После того, как он подписал капитуляцию. А вот зачем ведущий выкручивается и пытается оправдать Венедиктова, спрашивает Антон. Я не выкручиваюсь и никого не оправдываю. Мне на самом деле важно всегда понять, как работает некая система. И вот то, о чем говорит Михаил Ходорковский. И когда мы смотрим на вещи и на некую циркуляцию, всегда важно понимать, вот, например, такие фигуры, как... Алексей Венедиктов или Дмитрий Муратов, или которые остаются в России и тоже выполняют определенные функции. Вот
как они в это встраиваются, что они делают, для чего они это делают, почему они это делают и так далее. Поэтому мы всегда, как журналисты, это изучаем. Но вы вправе писать любые комментарии, мы достаточно спокойно к этому относимся. Конструктивная критика даже приветствуется. Но теперь время рассказать о нашем телеграм-канале. Михаил, давно вы не рассказывали, вдруг забыли про нас? Да, значит, не забыл-то я совсем, потому что теперь мне телеграм-канал ваш нужен еще больше, чем раньше, я вам так скажу. Дело в чем? Я тут двойная реклама в одном флаконе. Я свой телеграм-канал, как в последнее время, слегка забросил просто в силу занятости, пока в Америку ездил, было не до этого. Но я из-за этой самой Америки стал делать ежедневные выпуски «Штельман за сегодня», потому что не мог давать интервью, реально разница во времени 10 часов, и вообще не мог я давать интервью. Поэтому я решил чтобы не оставлять своих зрителей без себя, стал делать эти выпуски ежедневные. Но ежедневный выпуск должен опираться на новости, понимаете, на ежедневные. Чтобы с утра я проснулся, с утра киевского, в смысле утра, и прочитал новости, а где их лучше всего узнать. И вы знаете, самое удобное, конечно, телеграм-канал ГРЭМ, самое удобное, потому что иначе нужно собирать с разных сайтов информацию. Я предпочитаю вот все, кроме украинских новостей, все узнавать с телеграм-канала ГРЭМ. И то основные украинские там тоже будут, просто Украина мне нужна в более подробном формате. Но мир, Россия, наш вот этот мирок, скажем так, русскоязычный, всемирный, все вы найдете на телеграм-канале ГРЭМ. Поэтому, как источник информации, если вы такой же Global Russian, как я, и как, кстати, этот упомянутый вами, у кого вы взяли интервью сегодня? У Козырева. Козырев, да, вот Козырев же тоже такой же Global Russian, да, абсолютно. Вот если вы такой же глобальный, только не русский, уже русский, плохое слово теперь. Глобальный русскоязычный, да? Ну, такое русскоязычное комьюнити, наверное, те, кто говорит на русском языке и понимает. Да. Вы знаете, что теперь в Польше, мне сказали в Польше, вот, насчет, общался я с электоратом польским, мне сказали, что в Польше теперь не употребляют слово русский. Вот на польском языке не употребляют слово русский. А вместо него употребляют слово русскоязычный. Почему? Потому что в Польше сейчас почти все, кто говорит по-русски, они украинцы. Почти все. Потому что россиян не пускают больше в Польшу. Там есть какие-то, кто живет, там по виду на жизнь, но в подавляющем количестве случаев, услышав русскую речь, ты поймешь, что это, ты должен знать, что это украинец. И сказать про него русский – это оскорбление. Поэтому поляки сами теперь говорят всегда только слово русскоязычное, чтобы не наткнуться, ни на кого не обидеть. Поэтому вот русскоязычное такое всемирное комьюнити, то да, ГРЭМ – идеальный телеграм-канал, все подписывайтесь. Да, подписаться на нас можно сразу несколькими способами. Сверху в чате есть ссылка, сразу заходите, и внизу в описании также есть ссылка, можете где вам удобнее просто взять. И ставьте плюсик, кто подпишется прямо сейчас, давайте узнаем, сколько к нам присоединится зрителей сегодня и читателей. Спрашивают вас, как настроение в Киеве, что сейчас, и как вы почувствовали возвращение, вообще вот этот переход из военной, с воюющей страны в мирную, и потом обратно из мирной страны в воюющую. Вот как все это происходит и какие настроения? Что почувствовали? Да, в мир, я третий раз выезжал за свою жизнь, третий раз испытывал одно и то же, когда выехал, что война за тобой едет, просто едет за тобой. Реально я шарахался от любого резкого звука. Просто у нас в Киеве сейчас не приняты резкие звуки, знаете? Прям реально, там нельзя колотить, калашматить, то все, 50, на улице нельзя шуметь. Потому что все будут пугаться, падать на землю и так далее. Я видел, как... Я помню, вот такой период больших обстрелов, как в супермаркете что-то упало с полки, и прям люди почти все упали на пол одновременно так. Вот. И я ехал, Польша, Литва, Латвия, и все время мне вот любой резкий звук, он прямо, я не знаю. И вдруг я понял, что где-то в Америке, то есть спустя где-то 2-3 недели я перестал так прям. Хотя уже нет, еще в Нью-Йорке я шандарахался от резких звуков. Так что все 4 недели моего отсутствия я пугался резких звуков. Просто это инстинкт, ничего не поделать, пригибаешься сразу. Это вот то, что война сообщает и несет, ты уносишь это с собой, ничего нельзя сделать. И потом мне дико, конечно, хотелось все время в Киев. Мне все время дико хочется в Киев, как только я покидаю его сейчас. В мирное время мне так не хотелось. Но сейчас мне хочется обратно к людям, потому что я не могу, как я всех бросил, как же так? Вот я узнаю что-то, раз воздушная тревога, у меня в телефон она приходит, а я не вместе с Киевом со своим, нет, мне плохо, мне хочется, ужасно хотелось назад, серьезно. Поэтому я успокоился, когда пересек вот обратно границу, я успокоился, что я снова в Украине, все хорошо, едут сплошные эти КПП, все это в маскировочных сетках везде, это прямо оттуда еще, от самой границы, когда едешь вдоль северной границы, границы с Белоруссией. Вот там все в таких бесконечных КПП, и
Это сразу ты чувствуешь, что ты здесь, на месте, все хорошо, все нормально, все будет хорошо. Но вообще, знаете, приехал, не узнал. Киев за это время зацвел зеленым, прямо за время моего отсутствия. И я понял, вдруг весна-то пришла, то есть мы пережили вот это все, эту зиму-то мы пережили с его обстрелами, с темнотой, с отсутствием отопления, горячей воды, холодной воды. Все, не смогли русские, не смогли, не получилось у них. Дожили мы до весны, не смогли они нас убить. И я хожу по Киеву, думаю, господи, все ж такое мирно. И тут Зеленский прямо как будто знал, как будто в честь моего приезда, знаешь, что. У него есть ежедневное обращение к народу, и он сказал, вы знаете, всем жителям тыловых городов, а я как раз так его себя считаю, говорит, я понимаю, говорит, что у вас сейчас стало все достаточно мирно, но вы должны помнить, что каждый день вашей вот этой мирной жизни в тылу обеспечивается усилиями и жизнями, в том числе украинских воинов на фронте. Я действительно понял, что, слушайте, ну вот почему нас не обстреливают больше ракетами? Потому что так круто сделали ПВО наши солдаты, военные, так наладили систему ПВО, что это стало практически бесполезно. Ведь сначала в Киев попадало почти 100% ракет. Сколько выпущено, столько и попадало. А потом, когда стало долетать 5% от высокоточных ракет, то просто они перестали это делать, перестали эти ракеты тратить, у них их особо и нету. И это наши воины. Они прогнали россиян из-под Киева и отодвинули их вон на какое большое расстояние, чтобы теперь ближайшие россияне вообще в Бахмуте. Вот. Это тоже все наши воины, поэтому вся эта мирная жизнь, но в Киеве ощущение мирной жизни, честно скажу. Уже пробки постоянные в городе, все зеленое, все работает. И надо все время помнить, кто это каждый день нам обеспечивает. А что с контрнаступлением? Очень много разговоров, в том числе, видимо, санкционированные утечки идут о том, что может произойти. Понятно, что в условиях войны есть информация, есть дезинформация, есть игра с противником, когда, в общем, вбрасываются какие-то моменты, и это является частью какого-то большого информационного плана. Вот что вы думаете, к чему вообще готовится Украина, ВСУ, что может произойти в этом смысле? Я думаю, завтра максимум в понедельник. Да, звук. Есть ли у нас звук? Слышите меня? У меня просто пропал в наушнике. Но сейчас, возможно, мне режиссер вернет. Может быть, просто банально села батарейка. Но сейчас мы это исправим. Я, кстати, напомню нашим зрителям, пока мы меняем звук, пока мы меняем наушник, вы можете также поставить нам лайк. Да, я возвращаюсь. Михаил, вы слышали, да, меня? Хорошо, это я вас слышал. Я просто не знаю, слышали ли меня, потому что, может, вот. Я что-то лишнее сказал, поэтому отключили звук. Не знаю. Но у меня резко пропал в наушнике. Но теперь вернулось все, поэтому можем продолжить. Что военная цензура меня забанила. Я сказал, завтра максимум в понедельник. Я думаю, что вот так с этим с наступлением, да. Ну все. То уже. То есть все случится гораздо быстрее, чем кажется. А почему? Как раз наоборот, медленнее. Всем казалось, что на Пасху будет. Пасха уже прошла. Поэтому вот-вот прям как-то. Барон будет арестован с минут на минуту, как сказано в фильме «Приключения барона Мюнхгаузена». Вот. Я думаю, что с минут на минуту, конечно. То есть никто не знает, в каком месте, как и что. Но, кстати, как и что, уже более-менее тоже понятно, что будет так, в силу вот этого большого накопления сил, что это, видимо, будет сразу много направлений, достаточно не одно, а несколько направлений. И, в принципе, все готово. Ну, вот говорят, сейчас в Бахмуте страшная грязь. Причем это докладывает британская разведка сегодня. Сообщила, что в Бахмуте страшная грязь. Невозможно подвозить боеприпасы к линии фронта, например, нам. Поэтому может быть проблема. Может быть, что там что-то сейчас пока еще дороги. Да, кстати, вот в Киеве сегодня небывалый за последние годы паводок это называется. Паводок, когда вода... Ну, паводок, да, паводок, да. Вода выходит из берегов. Да, и как этот паводок в Киеве, то, скорее всего, можно предположить, что такой же паводок на Северском Донце, где, собственно, надо воевать. То есть, может быть, что вот этот вопрос. Вот прям все люди ждут, когда сейчас вода уйдет, ну, потому что растаяли там, чего-то растаяло, куда-то вытекло, и сейчас все ждут, что оно войдет в берега, вернется, и тогда можно будет, потому что по паводку, конечно, наступать, наверное, не получается. То есть все это прям реально с минут на минуту. Это вот прям надо ждать. Обычно я заметил, но это, конечно, я не открою секрет, потому что это собственная моя галлюцинация, что все же у нас по воскресеньям, мы любим с воскресенья на понедельник. Вот как-то, чтобы сказать, ох, ничего себе, начинается неделька. Вот, поэтому я говорю, завтра максимум в понедельник вот, должно все это произойти. Нет, ну смотрите, уже столько было кадров, как ехали украинские солдаты, подготовленные в западных странах. Вы видели, наверное, эти видео, когда на поезде едут украинские военные, а их провожают местные военные в Британии, в Испании, в Швеции, подготовленные. То есть их же для чего готовили? Вот для этого самого наступления.
Вот они уже сейчас здесь, все эти люди на фронте. Вся эта техника уже на фронте, миллион фотографий, всего чего угодно. То есть, если не сейчас, то вообще непонятно когда. Непонятно, что нам еще может мешать. Там снаряды, ну все уже, вот последний там пакет исключительно из снарядов состоял. То есть, ну, все уже. Есть уже некоторые слухи, назовем так, о плацдарме на левом берегу Днепра, который уже готов, то есть уже там украинская армия стоит. Поэтому прям много чего. Плюс вот эти атаки на Севастополь, на флот, которые были на прошлой неделе. Так что мы прямо стоим, я думаю, вот на низком старте, как говорится, вся наша армия стоит, чтобы начать это наступление большое. Но это наступление, это по сути, ну, приходится слышать такую точку зрения, не знаю, насколько она популярна и в Украине, и насколько она адекватна вообще, но я задам вам этот вопрос. Вот есть мнение, что если не получится, если не удастся в результате этого наступления добиться серьезных результатов, то Запад может разочароваться, ну, коллективный Запад, и, соответственно, сказать, тогда уже давайте как-то договариваться, ну, потому что в рамках тех территорий. Действительно, это единственная, по сути, возможность на сегодняшний день переломить ход этой войны? Отчасти. То есть эту первую точку зрения вслух решился высказать Петр Павел, президент Чехии, свежеизбранный. И она тогда всех слегка шокировала, но, по-моему, он совершенно прав. Ну, докуда-то? То есть вот вы говорили, вы начало вашего спича, оно, да, и оно соответствует словам, которые сказал Петр Павел, и моему мнению тоже. То есть вот сегодня мир решился предоставить много наступательных вооружений Украине. Сейчас, кстати, были сведения, не помню от кого буквально, чуть ли не от Российской Федерации, кстати, сведения, что, оказывается, уже больше, чем 1300 бронемашин, вот это только за последнюю поставку, 300 танков там, ну, и всего остального много. Кстати, то, что не поставляют в последнее время артиллерию, не поставляют «Хаймарсы», говорит о том, что этого хватает, не хватает снарядов. То есть все пакеты, только снаряды к ним, а не сами установки. Вот. Ну, понятно, что россияне не достают нас, расстояние большое, хаймарсы бьют на 80 километров, россиянам просто нечем до них достать. Вот. И действительно, что будет сложно, как сказал Петр Павел, правда, еще раз, если не получится в этот раз, собрать такую же большую коалицию именно для поставки наступательных, вот важно, наступательных вооружений. Значит, но в чем дальше, почему я сказал, что вы только до середины вашей фразы правы? Альтернатива не в том, чтобы согласиться на то, что Россия получит какие-то территории. Вот этой альтернативы надо понимать. Ее не существует вообще. Не то, что при каких-то условиях. Нет таких условий. И дело не в том, что Украина не согласится. Дело в том, что все 54 страны, которые входят в коалицию, ни при каких условиях не могут согласиться на передачу одного квадратного сантиметра украинской земли Российской Федерации. Вот просто это невозможно. Невозможно. Так что это нарушит все. Ну, в смысле, это все равно проще планету взрывать уже. Да? Это нарушает любые правила жизни на нашей планете. И если так сказать, то можно было там, не знаю, сказать, а вот Чикатило мы решили, ну, он же, в принципе, человек неплохой, давайте мы вместо того, чтобы его расстрелять, назначим его, ну, там, уполномоченным по правам детей, да. Ну, так не бывает. Это невозможно. Поэтому нет. Никто не будет принуждать Украину подписывать такие бумаги. И будут, но будут поставлять только оборонительное вооружение. Вот в чем разница. Обороняться позволят и будут ждать, пока Россия выдохнется. И тогда этот конфликт, который может быть идти десятилетиями. Ведь до этого 8 лет Украина оборонялась в Донбассе, понимаете? 8 лет оборонялась в Донбассе. И скажут, ну, обороняйтесь еще 8. Тут же нам дали именно шанс наступать. Тогда не давали. Тогда, наоборот, вот Минские соглашения, и вы наступать не имеете права. А здесь дали шанс наступать. Вот шанс на наступление один, да. Но это не означает, что потом вот все так плохо. Нет. Значит, шанс на наступление один, но тоже надо тут сразу оговорить, что такое успех наступления. Вот очень часто я встречаю такое заблуждение, прям массовое, что успех наступления подразумевает полное освобождение украинской территории. Что вот взяли за один прием, такие налетели, наскакали на всех этих 1300 БМП и 300 танках, освободили Крым, Донбасс, Запорожскую область, Херсонскую область. Ну нет, конечно, нет, не в этом дело. Успех наступления будет фиксироваться вовсе не таким способом. В одну итерацию никто ничего не освободит, да это и главное, что это не нужно. Потому что это была бы очень кровопролитная, огромная операция. И как показывает опыт Второй мировой, вот Кейтель знает, не даст соврать, хотя его и повесили, что если вот нужно было бы так фронтально освободить такие территории, ну, нужно задействовать, ну, где-то 3 миллиона солдат. Ну, потому что где-то 1,5 миллиона тогда, когда немцы завоевывали Донбасс, 1,5 миллиона. Еще там, по-моему, 800 тысяч крымская операция, еще там сколько-то запорожская. Да? То есть вот где-то 3 миллиона.
У Украины нет 3 миллионов солдат. Поэтому вот все это освобождать таким способом не получится. Но мы и не торопимся. Идея в другом. Идея в том, чтобы... Как все время воюет Украина? Отрезает логистику. Все. Киевская операция закончилась успехом Украины, когда отрезали логистику. По-настоящему россиянам, и они просто остались без снарядов, без бензина. Они побросали танки и убежали. Потому что танки не могли ехать. Потом то же самое произошло в Изюме. Потом в Херсоне. Херсон, мы его отвоевывали полгода. Но штурма Херсона же не было. Никто его не штурмовал, не наступал там танковыми колоннами на Херсон. Нет, просто взяли, отрезали логистику. Тоже непросто, конечно. Сложная операция. Отрезали логистику в Херсоне. И через полгода россияне сдались и сбежали. Вот тут нужно отрезать много разных мест логистики. То есть не территорию освободить в квадратных километрах, а много разрезов где. Я не знаю где, это уже знает только военное командование. Но в разных местах отрезав логистику, можно за одну операцию что сделать? Что каждый из кусков оккупированной территории станет невозможно удерживать долго. Включая, кстати, Крым. Потому что если Крым отрезать, просто вот отрезать там этот им сухопутный коридор и поставить под огневой контроль мост, то на этом все. Ну, в смысле, ну попробуйте снабжать свою группировку сотни тысяч солдат, сколько у вас там в Крыму, попробуйте ее снабжать по морю. Чем вы будете возить? Шаландами? Так они будут тоже под обстрелом. Вот, и это долго не продержится. Ну и в завершение вот тут наш зритель спрашивает, зачитаю комментарий, так, где же он был, только что его видел. Добрый день, задайте, пожалуйста, вопрос, на что сегодня Путин и Кремль вообще рассчитывают? Спасибо. Михаил спрашивает. Путин рассчитывает на то, что что-нибудь поменяется. Ну, в смысле, у него не горит. Вот тут важно понимать, да, как это. Он, видимо, Каспарова слушал, Путин. Если у тебя нет хороших ходов, это не означает, что нужно делать плохие ходы. У Путина сегодня нет хорошего хода. Никакого. И какие ходы делает Путин? Никаких не делает. Он объявил всеобщую мобилизацию? Нет. Потому что это плохой ход. Он и не стал объявлять. Он пытается штурмовать Киев сегодня? Не пытается штурмовать Киев. Потому что это плохой ход. Он отступает полностью со всех оккупированных территорий, выполняя условия Украины? Нет, потому что это для него тоже плохой ход. У него нет хороших ходов. Поэтому он не делает плохие и ждет, что ситуация изменится и появится хороший ход. Появится, он его сделает. Вот и все. А, кстати, Путин и Кремль. А вот Кремль нет. Кремль, так как Кремль – это много людей, Кремль ждет, когда сдохнет Путин, чтобы сделать, когда в этот момент для них тоже. У них сегодня нет хороших ходов у окружения Путина. А в момент смерти Путина у них появляются сразу хорошие ходы. Например, как раз-таки вывести все войска, получить за это медаль благодарности Конгресса США – выведя войска из российские из Украины, и все, и подписать мирное соглашение. Я думаю, что в Кремле многие прям к этому готовы. Ну что, в завершение, вот Наташа просила найти ее комментарий, я специально нашел, зачитаю, Наташа из Канады. Вадим, скажите, пожалуйста, Михаилу, что я его обожаю. Если бы он приехал в Онтарио, я бы его очень крепко обняла. Ничего себе, Онтарио это какой город? Это Канада. Не, я понимаю, что это Канада. Я просто в Канаде-то я был, но я не знаю, столица провинции Онтарио это какой город? Кто-нибудь знает? Это вопрос к Наталье, я думаю. Я был в Канаде, я был, скажу, в каких городах? Я был в Торонто, в Монреале и в Квебеке. Или Квебеке. Видите, вы много где были, а я был только в Торонто. Поэтому... А, Торонто! Видите, Онтарио это Торонто. Торонто, да, конечно, наверное. Торонто, все, спасибо большое. Конечно, когда приеду, вы меня обнимете обязательно, я с удовольствием, да. Да, вот Наташа написала, что Торонто. Ну что, спасибо, Михаил. Рады, что вы вернулись в наши регулярные эфиры. Михаил Шейтельман, как всегда, по средам. До следующего раза. Всего доброго. Счастливо, до свидания.